Добрый день, с вами канал Малорама, первый фрагмент 9 серии сериала «Игра моей судьбы». Когда Наргиз целовала руку Джамаля, в палату зашли Недрет и Хелин. Хелин, находясь в шоковом состоянии, смогла понять, что происходит. А вот госпожа Недрет начала подозревать, что же может связывать Джамаля и маленькую девочку-подростка Наргиз. Асия очень сильно испугалась и приехала в больницу к Джамалю. Она очень переживает, что вся правда выплывет. Она ведь не догадывается, что Фикрет уже все узнал. Асия узнает, что Недрет видела ее дочь с Джамалем, и теперь ей срочно нужно что-то предпринять. Джамаля выписали из больницы, и теперь госпожа Недрет намерена узнать всю правду от него. Почему его бывшая жена под одной крышей с ними всеми? Он говорит, что это игра моей судьбы. Это уже вам решать, как все это воспринимать. Или же рассказать всю правду, или же хранить эту тайну. Он говорит, что если я буду проживать опять любовь с Асие, то мы уедем и не будем больше попадаться вам на глаза. Господин Харун узнал еще одну тайну и нанесет удар по одному из членов семьи. Как считаете, откроет ли Недрет карты Хелин? Или все-таки пожалеет дочь и попробует избавиться сама от бывшей семьи любимого зятя? Увидим в 9 серии сериала «Игра моей судьбы», которая выйдет 18 февраля в 20:00 на телеканале Стар ТВ. На этом на все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!